2014 год назван годом культуры. Но ведь культуру делают люди. И одним из таких известных людей в нашем городе, в республике, является бывший директор детской музыкальной школы номер один, преподаватель, прекрасный баянист, концертмейстер и композитор, автор песни «Урсалта-Алда» Раис Нагимович Нагимов. Более 30 лет он являлся директором детской музыкальной школы номер один и за эти годы создал материально-техническую базу, определила главные традиции школы. К сожалению, 2 года назад он ушел от нас, но в 2013 году нашей музыкальной школе номер один было присвоено высокое имя Раиса Нагимовича. И сегодня весь коллектив вновь почувствовал еще большую ответственность. В нашей школе разработана программа сохранения и развития творческого наследия композитора Раиса Нагимова. И главными, основными моментами этой программы является создание музея композитора, сохранение и развитие его творческого наследия, его произведений, научно-практические конференции. И самое главное, композитор жив тогда, когда играют его произведения. И главными популяризаторами произведений композитора является ансамбль преподавателей детской музыкальной школы «СКАЗ», руководитель, преподаватель Альбина Менголова. Этот ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и пропагандирует музыку Раиса Нагимовича и композиторов Республики Татарстан.